Знаем о раутах. Раут, как известно, есть вечернее собрание, где все время проходит в беседе. Составляются отдельные кружки, слушают рассказы людей, имеющих дар слова. Или сами рассказывают случаи из своей жизни, современную новость или занимательный анекдот. По справедливости, раут есть прекрасное общественное препровождение времени для людей умных, талантливых и светских. На рауте у директора Магнитогорского металлургического комбината молодые руководители ММК с женами. Первый поклон предназначается хозяйке. Он должен быть изящен и сделан по всем правилам общежития. Я вам просто чисто по-человечески, дети мои, вы мне все дети здесь находящиеся, потому что вы начинаете новую жизнь, мы ее заканчиваем в этом мире. Я вам желаю, чтобы вы не сделали тех ошибок, которых мы допустили, чтобы вы не подвергали себя бесконечной вере тем догмам, которые вам будут преподносить, чтобы вы думали сами, оценивали свою жизнь сами и принимали сами решения в этой жизни и отвечали за нее. Я вам желаю успеха в 93-м году. Ваш успех позволит сделать успех нашему акционерному обществу. Всего вам доброго. Спасибо. Анатолий Ильич, Валентин Федорович, скажу очень банальную вещь. Без хороших людей нет организации.
Без людей вообще нет организации. Без хороших людей любая организация не сможет выжить и достичь своей цели. Но хороших людей, то есть специалистов, нужно замечать, растить, учить, да и просто знать. Вот, видимо, руководствуясь именно этими соображениями, вы собрали сегодня гостей здесь. Главная ценность любого предприятия, любого общества, если оно собирается жить и процветать, скажем, и добиваться каких-то целей в своей жизни, это все-таки люди. Ну, я думаю, не надо в очередной раз это доказывать, это доказано жизнью. Поэтому как привлечь людей в предприятие, ценных людей, и чтобы на основе этого иметь успех у общества, у фирмы, у предприятия. Значит, ну, я думаю, необходимы разные формы и методы. Вот одна из форм, скажем, в которой мы сегодня проводим мероприятие. То есть должны почувствовать. На сегодняшний день это специалисты, инженеры и других направлений специалисты. Они должны почувствовать, что предприятие дает им возможность проявить себя, свои способности, свой интеллект, те свои знания, которые они достигнуты упорным трудом в учебных заведениях, в школе и так далее, и так далее. Значит, они должны почувствовать это. Значит, и реализовать себя. Анатолий Ильич, а вот когда вы были молодым руководителем, вы вообще-то думали, что когда-нибудь станете директором комбината? Ну, не так буквально, но, скажем, вот так. Вы были достаточно честолюбивы? И вообще, и вам вопрос тоже, Валентин Федорович. Думал ли он быть директором? Вот у меня такой вопрос. Руководитель, пусть он даже очень молод, он должен думать о зарплате, о карьере, стремиться ее сделать. Или нет? Можно мне отвечать? Вам вопрос? Я хотел бы сначала немножечко добавить вот по первому вопросу. От того, как молодой человек, какую он получит первую встречу, какое у него будет первое впечатление, очень много будет на всю жизнь зависеть. Поэтому я думаю, от сегодняшнего вечера, вот те люди, которые здесь сегодня присутствуют, я надеюсь, что они это пронесут через всю свою жизнь на комбинате. Я просто по своему опыту это говорю. И по тем тоже впечатлениям, которые пронес через уже 30 практически лет работы. Теперь на второй ответ. Да, конечно, безусловно, человек должен думать о своем продвижении, и он должен быть в определенной степени даже честолюбив. Я думаю, что это нормальные чувства и нормальные качества человека. И надо их, в общем-то, и поддерживать, и развивать. Тогда вот такой еще вопрос. Когда, например, Анатолий Ильич, вы были начальником цеха, каким вы хотели видеть директора? Что вы от него хотели? Ждали ли вы от него, например, то, что он как-то обратит на вас свое внимание? Хотели ли быть им замеченным? Вообще, что для вас был директор комбината? Вы очень сложный вопрос задаете, потому что это целые, скажем, периоды времени, пласты времени. Ну, во-первых, начнем сначала. Когда я был очень молодым человеком, очень молодым, да? Скажем так, то, конечно, у меня была цель. То есть, как у любого молодого человека, наверное, есть цель, или большинства, или определенная часть. Ну, я могу сегодня сказать, у меня была цель стать главным инженером комбината. Такова цель была. Потом, когда я уже начал по ступеням проходить в результате своей, скажем, работы, эта цель ослабла, потому что, чрезвычайно тяжелая была работа у руководителя, и особенно, когда я работал начальником цеха. Это была просто кошмарно тяжелая работа. Но это в тот период времени, я подчеркиваю. Это был в тот период времени. И отношение мое к директору было, скажем, неоднозначно. Каким я его видел и прочее, и прочее. У меня единственное было желание, цель, цех поднять на ноги, цех сделать нормально, ритмично работающим. Ну, скажем, я знал, как это сделать, но я должен этого был добиться. Я должен был мобилизовать на это весь коллектив, инженер-технический персонал и так далее. Но не было никаких мыслей о директоре, какой должен быть директор, никакой должен быть. Что вы от него ждали, Анатолий Ильич? Вот что вы от него ждали?
От директора? От директора. По отношению к вам. Ну, скажем, я от него что ждал? Чтобы он меня поменьше терзал. И, ну, скажем так, ежедневное было терзание по оперативным вопросам со стороны дирекции. У меня к вам вот такой вопрос. Вот есть такая теория известная, называется личностная теория лидерства или теория лучших людей. И по ней, согласно этой теории, лучший руководитель всегда обладает определенным, ну, спектром каких-то качеств, и они известны. И вот сейчас мне нужна вот поднос вот этот. И сейчас я хочу вам эти качества назвать, и чтобы вы вот выбрали из них. Как вы считаете, какое наиглавнейшее? Вот начнем с вас, Валентин Федорович. На ваш взгляд, ну то есть по степени, скажем так, значимости для вас распределить эти качества. Что бы в руководителе вы поставили на первое место? Что? Давайте, может быть, я сделаю вам поудобнее. Анатолий не подглядывает. Здесь, не выпила, здесь неполный набор вообще характеристик руководителя. Неполный набор. Это наиболее известные черты. Вот эти я отберу. Значит, сначала здравый смысл, да? Нет. Нет? Если тут еще, тогда я вот так вот. Угу. А теперь вы, Анатолий Ильич. А вы не забыли? Нет. Нет. В одной команде работаете, Валентин Федорович. Так, вот. Это три надо или все так переводят? Вообще, по идее, все бы надо. Все, но сейчас все переводят. Ну, смотрите. Как интересно. Раз, честность, два. Здравый смысл. Все абсолютно. Да, только Валентин Федорович на первое место уровень интеллекта и знания определил, что... А вы честность. А я честность поставил. На второе место. Здравый смысл. На третье. Здравый смысл. Ну, а впечатляющая внешность вас не интересует. Я просто считаю, что это важно, но я не стал это все-таки такой фактор, может быть, не очень обязательно. Хотя, главное, конечно, чтобы был важно. Здравый смысл, а внешность, конечно, приложится. Конечно. Ладно, я хочу, чтобы мы налили, вернее, шампанское уже налито, чтобы вы пожелали молодым коллегам своим и себе что-то в новом году, что-то самое важное, самое значительное. Мы им пожелаем, чтобы они верили в свои силы. Хотел бы добавить к этому, что им можно позавидовать. У нас очень много интересных дел. Это инженеры, у них много интересной работы. Это очень хорошо. Я желаю вам того же. Да. Интересной работы. Спасибо. Вот вы задавали вопрос относительно того, хочешь быть директором, там, главным инженером. Нет, я бы на этот вопрос ответил. Я хотел быть мастером. Вот это у меня было жгучее желание. Почему дальше вы так потом не сказали, Валентин? Но вы мне микрофон не дали. Господи. Да. Я ждал, когда вы мне дали. Зажмуть да. Микрофон. Вот первые два года я был подручным столяром, мне это все нравилось. Я настолько люблю свою профессию, что до сих пор забыть не могу, мне рассниться. Но я действительно жгуче хотел работать мастером. Все дальнейшее, ну как-то уже получалось само собой. А все это первое я помню до сих пор, и это ни за что не променяешь. У меня первый период был старшеклассник. Василий, я хочу, чтобы вы угадали. Вот эти семена, которые у меня на ладошке, чьи они?
так решить, ничего посмотреть. Так. Ну, это семейство сосновых. А конкретно что? Тут я затрудняюсь ответить хотя бы в том плане, что до 26 лет, 6 лет дожил, но не встречал таких семян. Поэтому не могу назвать. Ну, похоже... А вот это вам о чем-нибудь говорит? Может быть, в качестве подсказки может служить? Ну, это летучка, которая семена из шишки вылетает и с помощью этой летучки переносится на расстояние из... А вот эта шишка? И эта шишка мне ни о чем не говорит, хотя бы потому, что я никогда таких шишек не видел. Потому что кедровая шишка меньше по размеру, и кедровый орешек немножко другой формы. Возможно, это пихта. Ну, тоже затрудняюсь на что-то. Ну, хорошо, давайте считать, что это просто елка, и мы с вами ее вырастили. Вот эту самую елку мы взяли и вырастили. Мы можем так считать про себя? Ну, с некоторыми отклонениями можно. Да. Если мы не... С некоторыми допусками. Да, с некоторыми допусками. Почему? Потому что у елки семечки немножко другие и меньше. А вообще, Василий, по-моему, достаточно странно вот здесь, на металлургическом приеме, встретить человека, с которым можно так запросто поговорить про елку, показать ему семя, и он еще будет о нем что-то говорить. То есть очень странно встретить человека, который может вырастить елку и еще сделать это профессионально. Вот вы вообще что здесь делаете, Василий? Честно говоря, сам не знаю. В каком плане? В том, что действительно металлургия для меня, ну... Отрасль не то, что совершенно непонятна, но я знаю на уровне учебника химии, когда литий чугунак, это какое-то химическое производство. А присутствую я здесь в качестве агронома, молодого специалиста, работая в подсобном хозяйстве от металлургического комбината, а именно теплицы в своем совхозе. Итак, мы с вами определили, какое вы имеете отношение к комбинату. А теперь расскажите нам, что вы окончили. Я окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. Факультет плодовощевоста и виноградарства, спецкурс лекарственных и фирмосличных культур. Значит, по специальности я агроном по возделыванию лекарственных и фирмосличных культур. Но поскольку это спецкурс готовит только 25 человек в год для бывшего теперь уже союза, единственный вуз страны, то в принципе основная специальность у меня ученый агроном плодовощевода. Тогда вы точно знаете, я полагаю, легко или трудно вырастить овощ, например. Трудно, наверное, вырастить овощ. Достойный. Ужасно трудно. Ну, хотя бы в том плане, что, как говорят, не потопаешь, не полопаешь. И говорят, что весной, летом, осенью один день год кормят. И работа, не знаю, говорят, что самый тяжелый труд металлурга, что стоять у Мартена. Я не совсем согласен. Почему? Каждый зарабатывает на свой клетку сам. И, в принципе, работа сельского работника не это. Почему? Потому что работа в открытом грунте, когда тебя поливает и дождь, и сыплет снег, и месишь грязь, и все это с утра и до позднего вечера, это тоже надо иметь терпение, надо иметь любовь к растениям, ну и, может быть, даже некоторое мужество. То есть металлурги зарабатывают свой хлеб, вы их этим хлебом кормите? Естественно, но не совсем хлебом. Я кормлю его витаминами. Теми витаминами, которых не хватает, привозных, теми, которые возможно выращивать здесь, у нас, в нашем районе, в нашей зоне рискованного земледелия. Вообще в рискованной достаточно зоне. Очень рискованной, достаточно показательный этот год, который фактически оставил без урожая. Но опять же, кажется, все течет, все меняется, растения привыкают. И в итоге, в принципе, можно выращивать, и, возможно, это уже сейчас не секрет здесь, выращивают в Южном Урале, выращивают виноград, выращивают груши, выращивают яблоки, те, о которых, кажется, еще 20 лет назад, кажется, даже не мечтали видеть здесь. То есть, возможно, когда-то постепенно здесь будут расти и бананы с ананасами. У нас с вами очень хороший разговор. На фоне елки, за окном снег, мы говорим о бананах. Банан вырастить тоже трудно, я так понимаю. А вот, Василий, скажите мне, а специалиста вырастить легко? Не специалиста вырастить очень тяжело. Хотя бы потому, что специалистами не рождаются, специалистами становятся. Почему? Потому что путь становления очень долгий, трудный. Ну, тернистый, кажется, путь, можно так сказать. Почему? Потому что можно человеку прочитать лекции о том, как выращивать, что выращивать, когда сажать.
И теория от практики отличается очень существенно. Я окончил в 91 году, была у меня теоретическая база, а пришел и, в принципе, на практике я начал обучение все заново. Почему-то, что, имея практический опыт, человек может сказать, что я специалист. Я пока еще в полной мере, допустим, этого сказать не могу. Полуспециалист может быть, но не в полной мере. Почему? Потому что теория есть, но теория без практики – это ничто. Еще не помню, кто из философов сказал, что суха теория, мой друг, на древо жизни пышно зеленеет. Увы, это жизнь. Василий, а что вот сегодняшняя встреча для вас? Она что-то значит или нет? Ну, я встретился... Поможет она вам позеленеть? Я встретился с многими людьми, о которых не знал. И, как я уже сказал, металлургия для меня, кажется, неизвестное производство. Я никогда не работал, тем более, что я никогда не жил в городе Магнитогорск. Родился, вырос в Казахстане, учился в Москве. Попал сюда недавно, кажется. Ну, а для себя, естественно, каждая встреча выносит какой-то опыт. Почему? Потому что даже плохой, допустим, опыт является тоже положительным результатом. А здесь пока только хороший опыт. Я встретился с умными людьми, с которыми приятно побеседовать, приятно поговорить. У нас, оказывается, общие проблемы. И заработные платы, кажется, и работы, и взаимоотношения с людьми. Вот, Василий, от бананов и к заработной плате. Давайте на этой ноте и остановимся. Давайте. Спасибо вам большое. Да не за что. 15 минут назад я дал этим очаровательным молодым людям три пары слов, которые зарифмованы. Комбинат «Виноград», магнитка «Калитка», завод «Компот». Эта игра называется «Буриме», она была очень популярна на светских раутах прошлых времен. И эти ребята, так сказать, родили поэму. Называется «Поэма о металле». И я прошу автора прочесть ее. Мы писали коллективом и хотели читать коллективом. Коллектив отказывается, поэтому придется прочитать одному. Открываю я калитку, а за ней вся магнитка. Я зашел на комбинат, растет красный виноград. Значит, будет наш завод виноградный пить компот. В общем, мы смотрим наше будущее оптимистично. Виноград вырастет на комбинате. Даже сейчас можно уже заметить, что снег не совсем черный в городе лежит. Это тот, кто, в общем-то, умеет использовать по существу и чужой интеллект, и мотивы поведения, и знания какие-то, и просто особенности другого человека для достижения своей цели. Вот сегодня здесь собрались лучшие молодые управленцы. Это будущий комбинат. Вообще, по какому принципу вы формируете команду на комбинате? Ну, здесь нельзя сказать, что мы пригласили команду. Здесь приглашены на прием генеральному директору лучшие специалисты просто комбината, молодые, вот, практически все, которые окончили где-то год, два, три или пять лет назад. Это лучший юрист, лучший кардиолог из молодых, лучший прокатчик, лучший, то есть комбинат пользуется престижем среди молодых, молодежи вообще. И сохраняет свою популярность и престижность в городе. Поэтому нет проблем формирования инженерного, что ли, корпуса комбината.
а есть, наоборот, жесткий отбор. Мы имеем сейчас возможность, в отличие, может быть, от других лет, возможность выбора специалистов практически во всех вузах. Поэтому молодежь, и притом лучшая молодежь из институтов, а мы специально заранее объезжаем, посещаем вузы, самые престижные, и легко находим, приглашаем специалистов, не говоря уже о нашем горном институте. Вот все, кто здесь есть из горного института, это все они имеют, как правило, красный диплом, то есть отличники в учебе. Ну а нас интересует не только успеваемость учебы, но и активность, Владимир активные позиции. Я хотела вот о чем вас спросить. Итак, мы можем сказать, что комбинат гарантирует будущим специалистам какую-то стабильность. А что он, в свою очередь, требует от молодых специалистов? То есть вот вы сказали, что вы отбираете специалистов. По каким качествам, какими критериями вы руководствуетесь? Мы отбираем прежде всего специалистов в своем деле, по специальности. Но показатель это для нас что? Успеваемость и социальная активность в коллективе, то есть в группе, в целом на курсе, на факультете и так далее. Потому что ему придется работать тоже в коллективе. То есть он должен быть для него эта деятельность должна быть привычная жизнь в коллективе, не просто замкнутый какой-то и так далее. Понимаете, здесь сейчас уходит то время, когда мы, допустим, вот, заботиться о специалисте или вырабатывать какие-то социальные гарантии и так далее. Сейчас время такое, что каждый должен четко определить, знать, как работаешь, таковы будут тебе гарантии. Мы должны просто создать такую ситуацию, где бы раскрылся твой талант. Тогда мы пожелаем всем в новом году реализации их возможностей, раскрытия таланта. Естественно. Но над этим надо, чем мы больше будем двигаться в рынок, тем надо больше над собой именно работать. Только это гарантирует все социальные блага и защиту от неожиданностей или вот от довольно грубой внешней среды, где трудно, конечно, выжить без поддержки. А пока, конечно, мы обеспечим социальную защиту, но прежде всего это слабо защищенным малоимущим, в том числе и молодежи. Допустим, иногородние молодые специалисты, мы, конечно, помогаем. Мы всем гарантируем приобретение, допустим, мебели. Не самое дорогое, но посреднее. Кто какую хочет. Это тоже какая-то помощь. Обеспечиваем жильем на старте его, особенно если два молодых специалиста к нам пришли. То есть помощь мы обязательно оказываем, в отличие от, допустим, тех же американцев, где абсолютно не интересует. Владимир Иванович, это уже у вас пошла реклама комбината, за это надо платить. Да? Да. Чем вы расплатитесь? Бартером. Ловлю на слове. Я просто стараюсь. Саша, давай сразу, еще не начиная говорить друг с другом, раскроем тайну наших отношений. Мы знаем друг друга очень давно. Мы с тобой учились в одном классе. И ты знаешь, у меня такое впечатление, что это было совсем недавно. И вот я встречаю тебя здесь в качестве мастера. Как это вообще ты дошел до такой жизни, Саш? Почему ты стал мастером? Как это получилось? И почему вообще металлург? Вообще, я, оценивая свою жизнь, в общем-то, со стороны это не очень интересно, не очень, может быть, прозаично, а оценивая так, можно сказать, что по специальности я строитель, работаю в металлургии, в душе я летчик, по военному билету танкист. Мне очень приятно, конечно, тебя видеть. Ты раскрыла так вот. Некоторое смятение меня внесло. 22 года. Первый раз, когда мы с тобой сели в одном классе за одну парту. Это, конечно, откладывает свое впечатление. Вот. Но на комбинате я по распределению. Я учился в горном институте. И по распределению так и работаю в огнеупорном производстве. В общем-то, работа моя не столько броская на взгляд, как работа, скажем, металлурга, который стоит в
клубах там искр выплавляемого металла или доменщика, принимающего раскаленный чугун. Но, наверное, эту работу кто-то должен делать. И я считаю, что даже человек, который работает метлой или лопатой, может ее выполнять, я убежден в этом, с большим достоинством, к своему труду. Главное, чтобы он в это верил, а не относился к труду как к какому-то трудовому долгу. Повинности, скажем так, да. Саш, вот первым делом самолеты, ну а девушки потом. Это ведь про тебя? Вообще, что первым делом у тебя? Самолеты, комбинат, девушки? Песня очень хорошая. Очень хорошая песня. Ну, вообще, Гарри Каспаров, чемпион мира по шахматам, очень хорошо сказал, хоть мои личные притязания к нему так не относятся, симпатии не вызывают, но он очень хорошо сказал, что шахматы – это его жизнь, но его жизнь не только шахматы. Я могу тоже сказать, что самолеты – это моя жизнь, но жизнь моя не только самолеты. Хорошо, если жизнь твоя не только самолеты, тогда в чем ты видишь будущее комбината? Будущее комбината я вижу, самое главное, можно говорить о реконструкции, о перевооружении, о техническом переоснащении, но самое главное я вижу будущее комбината, это в человеке, в том человеке, который работает на комбинате. Если этот человек поймет, что престиж фирмы под названием акционерное общество комбинат для него это нечто большее, чем отбытие повинности, как ты выразилась, от зарплаты до зарплаты, от отпуска до отпуска, то это будет очень здорово, когда человек, приходя на работу и уходя с нее, будет думать о престиже фирмы, о том, что его небольшая крупица, которую он вложит в успех фирмы, принесет этой фирме успех. Это будет самое главное, но этого очень трудно достичь. Комбинат должен стать не просто местом для трудоустройства того или иного человека, как часто это бывает, но он должен стать престижным местом работы, на котором не только выгодно работать, но и престижно. Спасибо, ты сказал очень хорошие слова. Я поздравляю тебя с Новым годом. Спасибо. Вопрос. Вернее, даже не вопрос, а сначала рассуждение. Дело в том, что вот сегодня здесь очень много точек соприкосновения. Вот у меня с теми, кто здесь присутствует. Допустим, с кем-то я училась в институте, с кем-то в одном классе. А вот с вами нас, по-моему, может быть, это сильно сказано, но связывает схожая судьба. Потому что и вы, и я вышли замуж за людей, для которых самая главная работа – комбинат, а все остальное уже потом. И они, эти наши мужчины, в общем-то, не только семье, они даже зачастую себе-то не принадлежат. Вот вы, как жена руководителя со стажем, скажите мне, какой она вообще должна быть?
жена вот такого человека, который, когда приходит с работы, рука его тянется сначала не к собственной жене, а к трубке телефона, для того, чтобы снять ее. И опять же позвонить на работу, спросить, ну как там, все в порядке? Вот какой должна быть жена такого человека? Ну, прежде всего, очень понимающий своего мужа. Очень. Это самое главное. Думается, что без этого качества не состоится взаимопонимание. И, конечно же, кроме этого, терпение. Терпение. Но самое главное все-таки, это вообще-то это все со временем приходит. Это приходит со временем, и действительно у меня громадный стаж, потому что мне так думается, я не ошибаюсь, Анатолий Ильич ни одной должности не пропустил по пути к директорскому креслу. Поэтому и у меня стаж в этом плане громадный. Я научилась его понимать, я научилась понимать его взгляд, я научилась ему помогать, я научилась каждый вечер помогать ему отдохнуть после такого трудового дня, восстановить силы, здоровье, поднять настроение, несмотря на все трудности, особенно сейчас. Несмотря. То есть, если только он отработал тяжелый день, и я это вижу, он приходит очень поздно с работы, я это вижу. Я стараюсь, конечно, ему дать возможность переключиться. Переключиться на такую тему, чтобы действительно он ушел от работы. Это очень важно. Это очень важно. И не отягощать в то же время никакими проблемами. То есть жена руководителя даже мечтать не может о каком-то разделенном домашнем бытовом труде. Понимаете, весь быт – это она, кроме всех тех моральных, конечно, трудностей, которые она переживает. И мне думается, что это самое главное – понимать его трудности, понимать его состояние, понимать его заботы профессиональные. И, наверное, доблесть в этом жены состоится. Понимаете? Алевтина Ивановна, а когда вы успеваете его любить? Ведь его никогда нету дома. Вы знаете, у нас тут как-то с одной женщиной недавно был разговор. И именно на эту тему. Я не знаю, я даже сейчас не помню, как он так непроизвольно зашел. И в разговоре я произнесла фразу, она потом возвращалась к ней, со мной снова разговаривала. Я сказала, невозможно разлюбить мужа. Она спрашивает, как это серьезно? Да, это серьезно. Ну, это искренне. Это, наверное, действительно так. Анатолий Ильич очень доброжелательный человек, очень внимательный, очень нежный. И, наверное, только потому, что у нас глубокое взаимопонимание, я уже нахожу время, вот то короткое время, когда он находится дома, ну, с нежностью, любовью к нему относиться. Я, знаете, сейчас очень хочу, чтобы нам позавидовали многие-многие женщины, потому что с вами совершенно солидарны. И, в общем, желаю всем женщинам, которые оказываются в подобном положении, желаю им вашей судьбы, потому что не разлюбить мужа – это действительно очень важно. Алевтина Ивановна, а вот еще такой вопрос. Как вы думаете, может ли быть жена вот такого крупного руководителя
Ну, может ли у нее быть работа, скажем так, равноценная по сложности, по ответственности, по протяженности, да и хотя бы по возможности прийти домой, ну, просто без сил? Я не зря вам задаю этот вопрос, вы, наверное, догадываетесь. Вы все-таки главный врач. Я всегда считала, что жена должна быть работающей, даже у такого крупного руководителя. Ну, это моя точка зрения, потому что я 30 лет была занята и до сих пор занята любимой работой. Я считаю, что любимая работа только помогает мне сохранить мое лицо, мою форму. Любимая работа – это общение с ней на протяжении долгого времени. Я до сих пор достаточно много работаю, правда, немножко меньше, чем раньше. Но думается, что это помогает даже большему взаимопониманию, если жена работающая. Я всегда была сторонницей, чтобы жена, несмотря на то, что муж занимает пост высокий, должна быть работающей. Спасибо вам огромное за наш разговор. И давайте пожелаем всем женщинам всяческой любви в новом году. С удовольствием. Комбинат очень рентабельно работал. Ну, то есть очень здорово работал, очень рентабельно работал. У него было 28% уровень рентабельности, самый высокий уровень черной металлургии. И вы знаете, что налоги какие были, да? Налоги были такие, которые забирались, потом централизованным образом распределялись. Да. Значит, ну, скажем так, если утрированно выражается, за счет работы Магнитогорского медкомбината был построен Липецкий комбинат, реконструирован, проведена часть реконструкции в Череповецком медкомбинате, я подчеркиваю, был построен завод по последней, так сказать, модели и идеологии, это малые заводы в Рыбнице, в Жлобине, на Амуре. Западно-сибирский комбинат, это же мы их тянули все. Должна была подойти наша очередь, вообще говоря. Ну, действительно, так должно было быть. Но наша очередь не успела, потому что произошли события. Вот так было. Теперь мы с вами оказались на один со своей судьбой. То есть мы должны сделать условия труда, должны улучшить жизнь. Но для этого надо финансовый ресурс. Их надо заработать. И есть другие пути. Часть своего имущества продать. Выручить деньги и дальше. Конечно. Основные вещи. Товар и деньги. Совершенно верно. Для того, чтобы хорошо жить, нам надо попросить товар, который будет эти деньги нам возвращать и по новой вкладывать, и все по циклу. Вот сейчас там рассуждает. Значит, какой-то такой, не такой. Или есть рынок, или нет рынка. И все, другого же нет. Кость, вот помнишь у Хазанова, почему дети аппарата идут работать в аппарат? Интересный вопрос. Вот с аппаратом нам все понятно, наверное. А вот почему дети работников комбината идут работать на комбинат, я хоть убей меня не понимаю. Там что, спокойно жить, ответственности меньше, зарплата, как у Хаммера, или условия труда чересчур комфортные? Объясни мне. Да нет, условия труда там, в общем-то, совсем некомфортные. Работа металлурга вообще крайне тяжелая. Но, тем не менее. Почему пошел? Ну, потому что отец всю жизнь там проработал, всю свою жизнь. Отдал его комбинат. Ну и глядя на него, я, собственно, пошел туда, чтобы продолжить его дело, наверное. Вот хорошо сказал, чтобы продолжить его дело. Вот у меня к тебе такой вопрос. Вот в принципе, у тех, кто продолжает дело своих отцов, у них должно быть отношение, ну, достойное отношение к фамилии, уважение к ней и вообще желание это уважение подкрепить каким-то делом? Примерно. Конечно, должно быть. Вот я стараюсь сейчас подкрепить. Это своими делами. А какими делами, Кость? Открой тайну. О, ну, сейчас задача первой степени – это пустить наш там новый. Ну, собственно, это будущее нашего комбината. И
пока над этим вот работаю. А кого бы ты назвал человеком года? Вот для тебя. Для меня? Да. Честно, что ли? Честно. Отца своего? А теперь давай тогда откроем такую тайну. Твоя фамилия? Стариков. Вот так просто Стариков. Ты сын директора комбината. Тебе это помогает или мешает? И да, и нет. И помогает, и мешает порой. Если можно, чуть-чуть конкретизируй. Мне по поводу мешает, скажем так. Мне нужно, конечно, соблюдать определенные рамки. Где-то что-то нельзя переступить, что делают другие. Но помогая, с другой стороны, я... У меня больше возможностей, так прямо говорить, по отношению к другим. Я могу сделать, ну, войти туда, куда кто-то не может войти. Это не для записи. Не для записи то, куда ты входишь. Да. Костя, что бы ты пожелал директору комбината Магнитогорского металлургического в будущем году? Здоровье, вообще-то. Если у него будет здоровье, то все будет нормально. Он все-таки добьется того, чего хочет. О себе? О себе. У меня тоже есть определенные цели, я их тоже хочу достичь. Наверное, не стоит говорить, какие. Ну, надеемся, что благие. Конечно, все на благо нашего комбината. Ура! Мы продолжаем нашу игру в Буриме. И следующая группа молодых людей, молодых специалистов комбината, обладающая незаурядным чувством юмора, должна была написать строфу с такими парами слов. Сталеваров, Кочегаров, Институт, Баламут, Стальной, Больной. Давайте посмотрим, что у них получилось. Значит, мы предлагаем два варианта. На остановке Сталеваров стоит группа Кочегаров. И хоть закончив институты, в душе мы все же баламуты. И экономике больной поможем мы стальной рукой. И вариант второй. Иду по лестнице стальной, с похмелья хмурый и больной. Закончив горный институт, я все такой же баламут, сменив лопату кочегаров на престижность сталеваров. Браво, спасибо. Сегодня здесь все впервые. Впервые молодые специалисты Магнитогорского металлургического комбината могли так близко познакомиться с его директором. Впервые они имели возможность представить ему своих жен и узнать, кто его жена. И, наконец, форма приема, такая малознакомая, раут, тоже была неожиданностью. Ну и действительно, откуда же нам знать, что это такое? Светскость наших отношений воспитывалась на пионерских сборах и оперативных совещаниях. Но всему... Когда-нибудь надо учиться умению вести себя в приличном обществе и хорошим манерам, в том числе. Не только дорога, сказал Сергей Константинович, что шихтовка обеспечивает производство той стали, которую ты желаешь. Но надо лишь бутылку шампанского нормально. Виталий, вот такой вопрос. Вы сидите один за столом. К вам приближаются две женщины. Одна ваша жена, а другая жена генерального директора комбината. Кому вы уступите место? Обоим женщинам. Каким образом у вас хоть один стул? Предложу, а там уж как будет. Спасибо, спасибо. Значит, Николай. Например, женщина предлагает вам выпить водки. Она вам не совсем безразлична. Вы водки выпить не хотите. Какой вы найдете предлог, чтобы отказаться? Предложу ей шампанское. Взаимно. Ей шампанское? Нет, она предлагает вам выпить водки. Я отказываюсь от водки, я не люблю пить водку. Вот так вот категорично, да? Нет, я не навязчиво. Предложу ей скромно, скажу, что есть шампанское, ликер, виски, все что угодно. Но водка-то слишком может. Да. Спасибо. Можно секунду? Как зовут? Валерий. Валерий.
Представьте такую ситуацию. Вы на светском рауте, и вы наступили даме на платье. Ваши действия? Сойду с платья. А если дама лежит? Почему? И даму, и платье. А насчет извинений как? Не, ну естественно, когда буду поднимать, скажу: простите, пожалуйста. Что побеспокоил, да? Андрей и Лена. Вот здесь генеральный директор комбината проводит прием для молодых специалистов металлургического комбината. Вы оба врачи. Каким образом вы здесь оказались? Оказались мы, ну, я считаю, что случайно. Нас пригласили просто отдел кадров, как молодых кадров, в общем-то, имеющих какое-то отношение к металлургическому комбинату, поскольку мы работаем в медсанчасти комбината. Кем вы работаете в медсанчасти комбината? Я работаю врачом-офтальмологом глазного отделения. Я работаю врачом-кардиологом медсанчасти комбината. С октября месяца у нас открыто новое отделение кардиологической реанимации. Я его заведующий. Мы провели ремонт сейчас в отделении. Значит, смонтировали новую аппаратуру, которую купил нам комбинат. Мы в этом очень признательны. Аппаратура действительно очень солидная, на уровне самых современных стандартов мировых. Вот сейчас мы начинаем осваивать эту аппаратуру. Ну и думаю, что в ближайшем будущем должно быть все нормально. Единственное, что пока очень стеснены в площадях. Спасибо. Лена, вопрос к вам. А в чем заключается сущность вашей работы? Ну, мы офтальмологи, мы лечим глаза. Нас часто называют узкими специалистами, но я думаю, что это неправильно. Все мы, кто работает в отделении, убеждены, что наша специальность одна из лучших в медицине. Давать людям зрение – большое счастье. Мы много оперируем, берем разнообразную патологию. Думаю, что в будущем будем оперировать еще больше. Вот. У нас действительно тоже сейчас хорошее оборудование. И это то, что нам, в общем-то, закупил комбинат. Это то, что покупается на валюту. Это то, что соответствует мировым стандартам. Тот микроскоп, который стоит у нас сейчас в операционной, это мечта любого офтальмохирурга, даже уровня Федорова. Специалист по внешнеэкономической деятельности. Меня можно, конечно, назвать специализирующейся сейчас на внешнеэкономической деятельности. Хотя в институте я специализируюсь просто на хозяйственном праве. А внешнеэкономической деятельностью мне пришлось заниматься постольку, поскольку у меня полтора года назад Алексей Андреевич Рученко пригласил на работу в свой отдел. И, в общем, с этого и началось мое знакомство с международным частным правом и с другими нормами, регулирующими эту деятельность. Спасибо. А вот вам приходится ездить в командировки? Пока дальше Москвы, я никуда не уезжаю. Допустим, Москва, это достаточно. Представьте себе такую ситуацию, я вам предлагаю небольшую игру. Закончить фразу. Вы возвращаетесь из командировки, а ваш муж... А мой муж... Обычно при моем возвращении из командировки он готовит очень вкусный плов. Это его специализация. И... Нет, ну просто как-то так сложилось, что... Когда мы только создавали нашу семью, я была очень далека от кухни. И чтобы постепенно ввести меня к кухонной плите, он как-то выбирал то одно, то другое блюдо. И постепенно учая меня его готовить. А себе оставил такие изысканные, вот как плов, шашлыки, цыпленок табака. И поэтому он меня вот при возвращении из командировки балует. Нельзя покинуть раут, не попрощавшись с хозяевами. Нашей съемочной группе, покидая раут, было одинаково грустно прощаться и с его хозяевами, и с гостями. Единственное, что утешало – надежда на новую встречу и уверенность в том, что праздник все-таки состоялся, и мы были к нему причастны.